самарский губернатор, тайный советник Николай Васильевич Протасьев всем извещает, что все официальные поздравления с праздником Святой Пасхи он будет принимать в кафедральном соборе сразу после заутренней. А у нас с вами на дворе апрель 1914 года. Совсем скоро наступит Святая Ночь, и самарцы будут праздновать этот праздник вместе со всем христианским миром. Смотрите программу «Город. История. События» на телеканале «Самара ГИС».